Госдума одобрила в первом чтении усиление наказания за бегство с места ДТП. Госдума одобрила в первом чтении правительственные законопроекты об усилении наказания для тех, кто скрылся с места ДТП. Документы вносят поправки во вторую, четвертую и шестую части 264 статьи УК. Речь идет об авариях с жертвами и тяжкими последствиями для участников. Если в ДТП погиб человек, сбежавший водитель может получить от 2 до 7 лет тюрьмы. При наличии двух и более жертв, от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности. Если никто не погиб, но участники получили серьезные травмы, ответственность для покинувшего место происшествия водителя будет такой же, как для нетрезвого, до 4 лет лишения свободы. Авторы проектов настаивают на том, что виновник обязан оставаться на месте аварии. Это направлено на защиту интересов всех участников дорожного движения, поясняют они. Также Госдума приняла в первом чтении поправки в статью Кодекса об административных правонарушениях невыполнения обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Друзья, поддержите, пожалуйста, молодой канал. Поставьте палец вверх, если понравилась статья, оставьте свой комментарий, поделитесь публикацией в социальных сетях и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр!